Работы по сносу сараев в самом разгаре. В администрации обещают, когда первый этап работ закончится, отсюда вывезут весь мусор, а территорию выровняют и засыпят песком. Здесь будут ликвидироваться строения на площади 151 квадратный метр. Вообще в Ленинском районе на данный момент в рамках исполнения муниципального контракта будут сноситься сараи еще на Самочкин 26А, 28А, Искры 43. В 2020 году на снос ветхих сараев в Ленинском районе выделено 1,5 миллиона рублей. Для сравнения, в 2019 был выделен 1 миллион, в 2018 – 60 тысяч, а до этого эта работа вообще не финансировалась. Все портят вид. Хочется жить в красивом, ухоженном городе, в чистом. А все эти сараи, разные помойки, они просто раздражают глаз. Не нравится жителям это. И хорошо, что власти занялись этим вопросом. Напомним, в марте этого года работы по сносу сараев уже проведены на улице Правды, у 6 и 8 дома, на улице Менделеева и на других адресах. Общая площадь снесенных построек почти 700 квадратных метров. Сейчас снос продолжается. Планируется, что все необходимые работы завершатся уже к середине мая. Юлия Калинина, Алена Зеленкова. Время новостей.